Все меньше матчей остается во втором туре нашей соревнований конференции «Премьер». Сейчас на площадке «Мосэнергосбыт» и «Татнефть». «Мосэнергосбыт» сегодня 2-1 обыграл «Сбербанк Технологии». В ничью 0-0 сыграл со «Спецсвязью». И теперь должен будет пройти проверку лидером турнирной таблицы. У «Татнефти» 3 матча в первом вынесенном туре, 2 победы, 1 поражение. 0-3 поражения от «Газпромэнергохолдинга», 3-1 победа над московским «Сбером» и 6-1 разгромная победа над командой «Меридиан Энерго». И «Татнефти» очень важно сейчас одержать победу для того, чтобы дополнительной уверенности набраться и во втором туре показать такой же отличный результат, какой был показан в первом. Молодец. Сегодня снова очень внушительным составом приехал этот «Нефть» на игру. Все главные сейчас здесь. 3 человека на скамейке. 3 человека Играновский. Играновский сегодня не переодевается. Будет выступать в роли тренера. Мельников. Курбов наносит удар с острого угла, и Шнайдерману мяч оставляют. Мельников 3 соперников обыграл и пробил. Здесь Мельников фолит. Нарушение пока без желтой. Все живы, относительно здоровы. Его проход по флангу. Никого не было на дальней штанге. Thank you.
Он с энергосбыт, с мячом. Так, нет, пока очень осторожно действует. Кинетулин в отборе хорош. И сохранил Генитулин мяч для команды. И угловой. Щукин. Буквально только что появился на поле. Одновременно и освежение игры, и укрепление за счет опыта Щукина. Пусть играет, это же для них игрок. Да, согласен. Шнейдерман. Куда от нефти? Хотя бы один игрок, но остается на своей половине поля, когда команда атакует. Вот снова атака начиналась, и как глубоко оставался Щукин. И сейчас продолжает оставаться на своей половине. Ну вот, переходит через центр только для того, чтобы откликнуться на угловой. Вратарь на месте. Игра рукой. Подожди, у кого будет? Двадцать семь секунд до перерыва, и, видимо, не побалуют нас команды забитым мячом в первом тайме. Ну, может быть, сейчас, ну, конечно, очень тяжело было мяч в сетку направить. Сейчас.
почилить, чаёк попить. Итак, сейчас небольшой перерыв, потом продолжение игры. Второй тайм. Играют Татнефть и Мосэнергосбыт. МЭС в желтых майках, Татнефть в черных. Мельников решил взять инициативу на себя, пробить. Там было немного шансов, что удар станет действительно опасным. Первые два. Мельников заигрался, нужно возвращаться, и отрабатывает он в обороне. Шнайдерман. Это был скорее удар. Все с ним до конца ведь. Тут мел съедает, здорово. Все, гол, хорошо, где? Давай, давай, давай! Все, один по нему. Вид сократил, рукой. Все, стой, здесь. Шнайдерман. Хорошо. Мел, подсядь чуть-чуть тут помочь. Штрафуй, есть край, пробуй. Пробуй. Молодых не оставляй. Гниатулин дает мяч Мельникову, пусть он разыгрывает, он поопытнее. Садимся, садимся, черт! Встречай, 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 Витя, с игроками ближе, ближе, ближе! Эмиль, у тебя за спиной, Эмиль за спиной! Серега, Серега! Классная сейчас по-настоящему была контратака у Мосэнергосбыта. Корбову здесь нужно обыгрывать сразу двух, не получается. Да, товарищ судья, алло! Куда он ему мяч придет? Это не был пас своему игроку. Алло, алло! Мельникову пас не в ногу. Шнайдерман сам бьет выше. Перед собой, перед собой. Эмиль, до конца, не пускать. Здорово, Эмиль! Гнедулин сыграл на опережение, но показалось, что сначала свалили против него. Глубина, нет, ребят, надо глубину создать. Уходи. Ближе, Витя! Ближе! Ближе! Чай! Ближе! Ближе! Не выпускай! Не выпускай! Здорово! Черный! Держи, держи! Держите еще! Держи меня! Практически гол. Эмиль, игрока найди. Скорее был даже удар, чем заброс на дальнюю штангу. Дается набрать скорость, но Мельников очень удачно остался в районе 10-метровой отметки. Витя, Витя, уходит, у тебя игрок! Хоть,
Щукин. Максимально осторожно играет этот нефть. Может быть, немного риска как раз и не хватает. Вить, еще сохрани, Вить. Еще через зад. До конца, Лёв, до конца, не выпускай. Не выпускай, здорово. Чистый отбор. 3-2. Контратака нефтяников. Так, там, ну пятачок кто? Вить. Коробов. До конца, Макс, не пусти. Теряет мяч Перязев. Удар, добивание от Мосу Энергосбыта. В втором тайме практически не били. Великолепный финт. А вот здесь нарушение со стороны нефтяников. И желтая карточка за разговоры. Тайм-аут берет Мосэнергосбыт. Желтый сказали, продолжает орать. Вторую желтую. Отдыхает. Продолжаем игру. 3 минуты 3 секунды. Счет до сих пор не открыт. Мосэнергосбыт. Давно мы не видели их с мячом. Ну вот теперь в игре. Андрей, диагональ еще, Андрей. Ну вот за счет пятого полевого игрока мессовцы забивают здесь над плечом голкипера. Мяч пролетел. Но кого теперь винить?
вратарю самого себя, или полевым игрокам за то, что недостаточно внимательно отнеслись. Минута 7 секунд, теперь тайм-аут берет Татнефть. И болевой игрок выходит на поле теперь у Татнефти. Мельников специальную зеленую манишку одевает. Щукин, ну, здесь, конечно, можно было мяч принять и через себя пробить. Ну, только на это годился пас. Да, в 5 полевых Мосэнергосбыт сегодня играет великолепно. Вытащили мяч против Сбербанк технологии. Хотя уступали по ходу встречи. Ну и сейчас... должны доводить дело до победного. Здесь фол со стороны Березева. Пять секунд. Только сразу забрасывать. Удар выше 1-0.